радует теплыми днями, а так хочется поплавать и понырять. Спа-бассейн Академии здоровья ждет вас 7 дней в неделю. Зона для свободного плавания, гидромассаж, водопад для вас и мелководная зона для ваших малышей. Записывайтесь на сайте онлайн или по телефону 40 10 50. Здравствуйте, вы смотрите прогноз погоды на ЗапТВ. В субботу, 2 июля, переменная облачность без осадков. Ветер западный 2 метра в секунду. Температура ночью плюс 11, плюс 13, днем плюс 30, плюс 32. Атмосферное давление достигнет отметки 691 миллиметр ртутного столба и в течение суток будет слабо расти. Пока о погоде это все. Хорошего дня и до встречи в эфире. Вечерние платья для выпускного в салоне стильной женской одежды «Эммануэль».